Опыт боев за Макеевку пригодился мне в ходе схваток с врагом за Сталина, в направлении которого успешно развивалось наступление 5-й ударной армии к бою за армянскую столицу. Мы готовились на ходу. Видимо, командование приняло такое решение, чтобы не снизить темп продвижения. Наше настроение поднялось, когда из политотдела дивизии сообщили, что войско Юго-Западного фронта освободило Славянск, Краматорск, Константиновку. Но нахмурились лица бойцов, когда перед глазами раскинулось освещение зловещей зарем пожарища шахтерской столицы. А как и Макеевки, фашисты стремились уничтожить здесь все, что возможно было. Взорвать, сжечь, порежить. Возмущение наших бойцов не было предела. То и дело слышалось, надо наступать. А ночью ворвемся в город быстрее в атаку. Словно годовое настроение солдатов, командир отдал приказ продвигаться вперед на Сталина. Под покровом темноты стрелки внезапно атаковали врага. Вслед за разрывами снарядов и выбили гитлерцев из траншей на подступках к городу.